были запланированы учения вот на дворце спорта. По задумке учения у нас пожар возник в помещении радиорубки, расположенном на третьем этаже. Пожар распространился, то есть прогорели окна, и он перекинулся на крышу здания. Приехала на пожар одна автоцистерна и одна автолестница. По второму вызову была направлена еще 15-я часть помощи. Подали ствол на тушение пожара, и по автолестнице на тушение крыши подали тоже ствол Б. Также 15-я часть вот приехала помощь, подали ствол они на защиту смежных помещений и разведку. Получением двое пострадавших, которые выведены на свежий воздух, переданы с конкретной скорой помощи. Также полиция обеспечивает безопасность.